Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, мы продолжаем проходить Dead Island Riptide. Давайте посмотрим, какие миссии нужно выполнить на этот раз. Итак, Тихая Гавань и народные методы. А у нас остались. Тихую Гавань я буду делать потом, поэтому перейдем к главному заданию под названием «Научный подход». Итак, я смогу перейти сюда, на причал Марика. Именно я так и сделаю, чтобы пробраться мне прямо сюда, в лабораторию Биосфер. Как же я туда смогу пройти? В принципе, вот здесь вот на машине можно спокойно добраться, конечно, если вот здесь будет та самая машина. Такс. Итак, причал Марика, поехали. Сейчас на меня по-любому должны наброситься куча зомби, потому что в прошлый раз так и было. Давай, застряла опять в лестнице. Стоять, я сказал. Ох, какая классная штукенция этот кортик. Я просто-таки очень-очень им доволен. Мне нужна лодка. Машина 107 метров. Давайте-ка лучше я к машине пойду. Не так уж она и далеко. Стоять. Ой-ой-ой, у меня бежит. Ах ты гадина. На тебе с ноги. Yes. Отлично. Кто-то там все еще... Так, эта машина не рабочая. Понятно. Так, я хоть правильно иду-то вообще? Вроде правильно. А, здесь заправочка еще у нас, та самая. Та самая заправочка. Окей. Да, Сянь устала. Блин, еще этот руль справа как меня достал. Так, ну все, теперь я должен добраться относительно спокойно и быстренько. Вот здесь как раз у нас небольшой брод, который и ведет к лаборатории Биосфер. Где должен быть этот загадочный докторишка, который, по идее, это должен мне помочь. Так, а как мне, собственно, перебраться-то? Там же мост был заблокирован. С самого начала это было проблемой. Что же делать? Глава 4. Новости науки. Войдите на территорию лаборатории. Вот как раз я и говорил об этом. Что здесь какое-то странное строение. Ну вот теперь нам придется его изучить. Так, интересно, тут тоже есть зомби или пока все спокойно? Миско я вижу на земле лежит. Да, никому здесь не комфортно. Уж поверь. Интеркомчик? Ну ладно. Hello, Dr. Kessler. Who is it? What do you want? Please, sir, I need your help. I am busy doing serious research here. I have no time for visitors. Leave me be. Sir, it's about your research. I read your study on Kuru disease. It was brilliant. That's what I want to talk to you about. I swear I can't get a moment's peace around here. Very well, come in. Сыграли на его самолюбие. Ну что, неплохо. Говорить. Забавно, говорить с ксероксом, говорить с ящиком. Клюшка, закусочка. А, надо бы закусить. А то у меня ХП что-то не в порядке. What's this? An old article about Marcus's research in biology. Fascinating. Ой-ой, что это такое? Это какой-то мутировавший. Oh my God. That doesn't look good. Никому это не нравится. All right, I let you in. Now tell me what you want.
I need to reach Henderson. I was told that you know how to get there through the old war tunnels. There aren't any tunnels. Now get out of here. I am a scientist, not a tour guide. Stop wasting my time. Marcus Villa claimed otherwise. Wasn't he your partner? You saw Marcus. I haven't seen him in ages. He was brilliant, you know, in his own way. But let us just say there are reasons we no longer work together. Very good reasons. Since he tried to eat me, I'm not really surprised to hear that. He wanted to eat you. That doesn't make any sense. Sure, he went to live with the natives, but they've always struck me as peaceful people. Perhaps he was worse off than I even imagined. But that does not explain why he would resort to cannibalism. I don't know. He said he needed the flesh from someone who's immune to what's happening. He was going to use it to make a cure. Wait a moment. Are you saying that you are immune to what's happening out there? Well, then, this certainly changes things, doesn't it? Yes, I'm afraid it does. Yeah, I have a map that you should find helpful. But if you want it, you need to help me with something. I have been researching this disease for many years now. Kuru has been endemic to the indigenous people here for centuries. This outbreak is one of many, and each incident is a little different, as is the trigger that reawakens the plague. It's truly remarkable how this prion disease adapts and changes, how it mutates when exposed to external factors, the speed at which it affects the host organism. Astonishing, really. But science can be unpredictable. Dangerous, even, you understand? Yeah. Mm-hmm. You're talking about what happened in the greenhouse. A truly unfortunate accident, one that was largely the fault of my assistants. I assure you, I had very little to do with what happened out there. Look, I really don't care who was responsible. Just tell me what you want me to do. I am merely trying to make it clear that I am not an evil man. In times such as these, it is easy for men of science to be blamed, persecuted for their actions. Especially by people who possess lesser minds. My four assistants were in possession of some reagents, chemicals contained within vials. Unfortunately, those vials are out there in the greenhouse. Bring them to me, and I will give you the map. Do we have a deal? Ну, в общем, да, давай. О, шокер еще дадут, неплохо. Of course. You will probably need to kill all four of them in order to secure the vials. But there is no saving them now. You will be putting them out of their misery. Okay. Just have that map waiting for me when I get back. Хм. Окей. I cannot conduct my tests without the reagents. Да-да, я понял. Так, ну, поехали в оранжерею. Еще немножечко закусим. Конечно, это не повредит. Так, а тут что? Do this task for me and the map is yours. Говорить с телефоном. Тут со всеми можно поговорить. Когда они уже патч сделают нормально, чтобы озвучку сменить? В общем, они, конечно, сказали, но это будет не скоро. Совсем не скоро. Через месяц, что ли. Поговори с урной. Такс. Вниз. Что-то они уж больно сильно мутированы. Мне это не очень нравится. Оу. Вон он сверху там стоит. Недовольный. Хорошо хоть не плюется в меня ничем. Фига у него еще бухло было. Опа. Ух ты, елки-палки. И что это было сейчас? Кто в меня чем-то кинул? Вот тот, что ли, сверху? Ты меня чем-то кидается, гад такой. Оу, теперь я понял. Теперь я понял, кто. Еще и сверху там какой-то гаденыш. Блин, ну и что мне? Ладно, попробую вниз слезть. О, ха-ха, я его могу подрезать. Давай. Ладно, я до него не дотягиваюсь, бог с ним. Отлично. Может, тут срежу путь хоть чуть-чуть. Ох-хо-хо-хо-хо. Вон они, боссы. Здоровенные, фиолетовые, злые. Не щадят меня совсем. Клей? Ха-ха. Понюхал немножечко паренек.
Так, пока я вроде так по-тихому пробираюсь, на рожон не лезу. Но каждый из них еще так отмечен, как отдельный, в общем, босс. Вот бы запереть их где-нибудь. Фу, только не говорите мне, что мне наверх лезть. А, да, мне лезть наверх. Просто супер. Обалдеть. Ладно, придется, видимо, возвращаться к той лесенке. Кстати, а грибов тут нету? О, он бежит на меня. Бежит, бежит, бежит. На тебе. На. Отлично. Этого подрезал. Ладно, вот лестница. Я думаю, сюда мне как раз и надо. Да что такое? Что ты делаешь? Она спрыгивает с нее. Вот, наконец-то. Тишина какая-то. Уж больно тихо. Слишком тихо, я бы даже сказал. О, боже мой. Ой. Так, кто-то там еще, да? Конечно. Конечно, он не один, блин. Как он может быть, блин, один? Может быть, только в пачке. Yes. Еще одного подрезал. Ой, как вы меня достали кидаться какой-то дрянью. Хорошо, хоть не попадают. Так, еще сверху. Да, вот еще один. Ты гренадер. That belongs to me. Ага, отлично. Не бросайся этим в меня, прогресс в испытании. Понятно. По идее, он должен быть вроде какой-то сложный, но я пока еще не раскусил его. Фух. Какой же мощный кортик, елки-палки. Как хорошо, что я его купил. Просто зверь. Так, аптечка еще одна. Отлично. Так, там нет никого. А что я, собственно, включил? А, электрифицировал дерево, что ли? Глупость какая-то. Или... А, наверное, я открыл проход сюда. Гренадер этот. Ты гад, а? Yes, наконец-то. Я понял, почему я его так легко убил в предыдущий раз. Потому что у меня кортик кританул. А сейчас никакого крита не было. Поэтому пришлось его резать долго и нещадно. О, еще один ученый-мутант. Есть. Подрезал. Еще я же выучиваю шанс немедленного убийства. Что не может не радовать, конечно же. По-моему, кстати, Energy Drink восполняет очень много хп. Вот закуски ерунда, а вот Energy Drink просто... Есть. Ты ёлки, миномет? Миномет? Блин, это еще что? Наверное, тот, который в меня кидался, что ли. Сейчас, в общем, попробую-ка я его. Ес, кританула. Фух. Еще одни реагенты. Да, криты мощные, конечно. Прут у него. Разрубают просто на части. Так, уходим, уходим. А то опять меня сейчас кинут какой-нибудь дрянью. Так, ну и куда теперь? А, остался какой-то последний, 18 метров. Собственно, а, понятно. Еще один гренадер. Yes. Фух. Хорошо. That belongs to me. Давай. Фух. Ну-ка, подкрадусь к нему. Черт, нифига себе. Не подкрадешься к нему так просто. Фух. Мне бы станочек починиться. Было бы совсем неплохо. Всех вас порежу, уродов. Всех порежу. Фух, нормально. Так он еще живой. Давай. Готов, наконец-то.
Весь дух из него вышиб. Okay, ну, все, чувак. That's the last one. Time to get out of here. Отлично. А, чего? Чего? А, понятно. Небольшой баг. Небольшой баг. Я прошел, а контрольная точка осталась сзади меня. Good, good. Now I can conduct my tests. I only require a sample of your blood. I didn't agree to be your guinea pig. Give me the map. I am doing a poor job of explaining myself. You are clearly immune, that much is certain. But that does not mean that you are safe. There is a strong possibility that the virus is in your body. And if it is, it could mutate. And depending on how it mutates, you could be in grave danger. All I need is a small blood sample. I run a simple test and then we'll know. This is for your own good. Fine. Такс, okay. Ну ладно. You will feel a little prick. Nothing to worry about. Do this task for me and the map is yours. Let's open this up. Ха-ха-ха. Ладно, надеюсь, ты ничего не задумал. See, that wasn't so bad, was it? If I had a little sweet, I would give you one. Don't you patronize me, Dr. Kessler. Конфетка, блин. I was merely trying to lighten the mood. Ugh, it'll only take a moment to prepare the sample. Please be patient. Давай, готовь. Мне бы станочек, а то мой кортик немножко подломился. Ну какой классный, согласитесь. This is truly astonishing. Так, что ты там узрел? Расскажи мне. I've got your results. You are completely resistant to the virus. Yes, I knew that already. No, it is not what you think. Your resistance to the virus has kept it from multiplying, from wreaking havoc on your body. But it has not destroyed the virus. It has merely suppressed it. You need to be very careful. Any contact with certain types of reagents could trigger a mutation. And if the virus mutates, it stands to reason that you could lose your immunity. Or much, much, much worse. Unfortunately, there are so many factors to consider that it is impossible for me to tell you exactly what might happen. But one thing is clear. You should avoid anything that would put you at risk. Such as... Your plan was to use the tunnels to reach Henderson, correct? Yes, the Japanese created them during World War II, and later they were used to store chemical weapons. In the 50s, during a monsoon, there was a leak, and some of those chemicals worked their way into the water. The Aussies sent in a battalion of engineers and soldiers to clean them up, but they weren't successful. When they went into the tunnels, one of them must have been infected. The virus mutated and all hell broke loose. The Aussies had to blow the entrances to prevent the infection from spreading. Most of the men were still down in the tunnels. I have long suspected that exposure to those chemicals is what caused the infected soldier to mutate. Anyway, you need to find the old Jesuit mission. A passageway runs from the ruins down into the tunnels. Here is the map, as I promised. I cannot stop you from going down there. That is your decision. But if you do, use an abundance of caution. Try to avoid prolonged exposure to the chemicals. I wish you best of luck. Thank you, Dr. Kessler. Ха, а докторишка-то оказался нормальным. Не прокинул. Hello, can you hear me? Thank God, I was starting to worry. Did you get the map from Kessler? Yeah, I got it. But it's not going to be easy getting through the tunnels, though. You can fill me in when we meet up. Where are you going now? I'm going to find the tunnel entrance. Good. Так, новый уровень. Это хорошо. Что будем изучать? Шанс мгновенного убийства. Как же я хочу себе побольше мгновенных убийств. Это очень круто. Прям буду жить от мгновенного убийства до мгновенного убийства. Так, где-то здесь должен быть... Майнс. Мины! Мины! Ух, ёп! Мины. Охренеть. Как хорошо, что она сказала. Это я и не заметил. Обалдеть.
Так, а собственно, куда это пароход-то идет? Блин, сколько ж тут мин. Так, тут что? Гвоздепистолет. А чё, я возьму. Он просто это неплохой по мощности. Эй, ты откуда еще взялся? Фу. Так. Куда эта дорога ведет? Наверное, мне сюда потом нужно будет пройти, а не сейчас. В любом случае, я уже здесь. Так, мины. Кажется, кончились. Хорошо. Кончились? Да, вроде кончились. Так, палка. Так, а тут что? Так, не то. Вот мой фонарик. Все равно... Ага, 5 мины. Зараза, а? Вот ведь зараза. Мне даже нечем их расстрелять. Такс, аккуратней нужно. Взрывающаяся мина. Ух ты. У меня теперь мины есть. Подождите. Рано еще их брать. Гранаты. Коктейли Молотова. О! Не зря я сюда забрался. Совсем не зря. Такс. Станочек нужно починить. Мой кортик чудесный. Отлично, как новенький. Так, ну а теперь... Yes! Ах ты гад, а! Сидел тут такой. Думал, не замечу я его. Скушать меня хотел. Ничего не выйдет. Хочу пробраться к этому сундуку, но... В общем, сейчас попробую кинуть... мина, сигналка. Такс. Где тут мои рюкзачки? Хочу гранатку швырнуть. Бающиеся мины, коктейль Молотова, сигнальная ракета. А чё, вот метательный нож сейчас заряжу вот сюда. Ах ты, етицкая же ты сила! Нифига себе. Вот это разлет осколков. Вот это да. Блин, жесть. Слушайте. Швырнул нафиг ножик метательный. Обалдеть. Разорвало? Хотя стоял-то вроде далековато даже. Ага, там еще одна. И она не сдетонировала. Ну. Фух. Хорошо. Так. What do we have here? Блин, что это за мусор? Я ради него страдал и деньги потерял. Да пошли вы. Я домой. Все, больше тут ничего нету. Поэтому надо сваливать. Кстати, о, здесь лианы. Не могу не воспользоваться. Надеюсь, это быстрый путь отсюда. Все время путаю фонарь с инвентарем. А, нет, тут просто еще одна звуковая мина. Звуковая мина? Это, кстати, странно. Ладно, вроде я вышел. Все нормально. Да, это как раз-таки и был быстрый выход отсюда. Ну что же, время отправляться в эту миссию. Глава 5, миссия. А я там, кстати, уже был. Так что... Поеду на родные местечки. Найдите миссию Святой Марии. Да, как раз-таки я там уже был. Такс, вот она у нас здесь. Ага. В принципе, до нее на лодке можно добраться. Или на авто. Но тут придется вот здесь еще пехом пройти. Мне это, конечно, не очень нравится. Лучше, наверное, вот отсюда добраться. Отсюда на машине и здесь пройти. Здесь магазинчик Пьера как раз-таки. Вот, до него можно дойти, а потом пройти в миссию Святой Марии как раз-таки. Окей. Подвигали. Да уйди отсюда! Как он меня через окно бьет? Достаешь что-то с той стороны? Это не очень-то... Не очень-то просто. Кстати, уже начинаю запоминать островок, так что... По-моему, нужно сразу, как сел в машину, тут же стекло выбить рукой. И не париться. Так, где тут
проезд в магазинчик Пьера нашего. Дорогого, сумасшедшего Пьера. Это справа был. Не могу, все время давлю этих зомби, так приятно. Опа, нет, не задавил. Ужасно. О, врезался, но пофигу, главное задавить. Где-то здесь был поворот. Пьеру, по-моему. Долбанный француз. Чуть не погиб я из-за него. Да, кажись, вот он. Такс. Всех приветствую на большой праздничной распродаже у Пьера. Все время тут, кстати, лезвие лежит. Так, а может у него же есть что новенькое? Bonjour. You looking for firearms? Ну, в общем, да. И желательно за полцены. О, ё, брутальный серп, ёлки-палки. Повреждение в секунду 655. Ха-ха-ха. Всего за 6400 баксов. И он эпический. Вот так вот. Кортик у меня уже есть. 654, 655. Так. В принципе, наверное, по-моему, то же самое это и получится, что у меня сейчас есть. Наверное, конечно, все-таки будет помощнее. В общем, даже не знаю. Сила, прочность. Сила 339. А у кортика сила-то получше будет. И прочность-то намного побольше будет. Ладно, в принципе, я думаю, меня это все устраивает. Музычка меня радует. Не могу с этим не согласиться. Музычка, конечно, у Пьера веселая. Так, стоп. Ой-ой-ой. Сколько ж криков ребята издают. Просто ужас. Так, тут у нас утопленнички живут. А что такое? Заброшенная бунгало? Ладно, бог с ним. Не хочу я туда идти. Так, миссия Святой Марии должна быть где-то уже поблизости. Да, вот она. Мне нужно всего лишь перебраться через реку. Из-под воды тут хоть не нападают, и то хорошо. Ха! И, кстати говоря, заметили, ночи нету. Все время только день. Ну, и это не может меня не радовать. Не люблю ночью играть. Просто-таки ненавижу. Так, тут у нас еще припасы. О, бухло. Давай, бери бухло. О. Так, ну все, добрался и до... Так, зачистите здание миссии. Это не очень хорошо. Или удобно. Лежать! Куда бросаешься? Сволочи. На землю! Ты первым встал? Того и тапки. Так, еще внизу где-то кто-то. А, еще и босс тут есть. Ай. Мне это совсем не нравится. Так, где этот гад? Опа, Алеандр. Алеандр мне пригодится. Че там за звуки-то такие ужасные? Как будто они кого-то долбят. Ладно, сейчас разберемся. Так, этот дохлый. Этот тоже дохлый. О, привет тебе. Черт, это быстрая смерть! Фух! Ёлки-палки, я его убил. О, помка истребляющая. Так, где мой коктейль чудесный? Горите, горите синим огнем. Сгорайте на радость сянь. Ну? Когда-то горите-то уже, уроды. О! Вот, вот. Вот, I'll set you free. Set you free, motherfuckers. Куда летишь? Вот
когда уже хорошее оружие, тогда можно и рубить на самом деле. Нормально так зарубать, я скажу даже. Опа, быстрый переход. Куда? Куда бежишь? Куда бежишь? Подожди, куда это ты? Попрощайся с головой. Так. Угу. Катакомбы, значит, где-то там, по идее. Тут еще у меня аптечки. Что это такое? Сиги лежат чьи-то. И, кстати, есть быстрый переход. Так-то. О, плывун. Черт, вколоть, вколоть. Все, нарезал плывуна. Отлично. Патроны. О, вот, наконец-то огнестрел мне дают. Скоро я получу свой чудесный... Блин, зачем я взял это? Чудесный огнестрел. Но это уже будет совсем другая история. Кстати, у меня написано, что патронов-то по максимуму. Так, шотландский кортик отремонтировали. Фомка какая-то дурацкая. Ну, синяя. Господи, что я хочу на самом деле? Что я хочу от синей Фомки? Шок. На серп вешается. Парализующий молотов. А, молотов надо сделать. Так, яд. Пока из дорогого у меня только яд. Яд, ну и жидкий огонь. Блин, как же я хочу замутить жидкий огонь. Но пока не нет нормального оружия. Тут надо какую-нибудь палку, дубину, правдоруб, тай подача. В общем, какой-нибудь дробящий. Ну, еще один стальной пруд где-нибудь найти. Но это, в принципе, не особо большая проблема. Многие продают эти стальные пруты. Ладно. I found a door. Here, there are some stairs leading down into a crypt. I think this is it. How's the entrance? Is it accessible? I don't believe this. The crypt is full of water. Shit. All right. Stay there. We're on our way down. Maybe Trevor can figure something out. Okay. Come on, Wayne. God damn it. Jesus, that was close. You good? Okay, Trevor, get us out of here. Ну что ж, дорогие друзья, время отправиться нам уже наконец-то в Хендерсон. Everyone's holding up about as well as you'd expect. But they can't keep this up forever. The stress is too much. Да, 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 все понятно. Nothing much has ever gone my way, but somehow here I am. Ладно, ладно, ребят, вас много, все будет путем. Похоже, мне скоро придется еще и защищаться. Смотрите-ка, здесь везде сетки стоят. Но все это мы узнаем уже в следующей части. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо. До следующей миссии.